чтобы не провалилось. Дайте пиво, пиво попьется, а дайте банку. 301, 302, запил водой. И на этих идет как надо. Вообще никаких проблем. Я забыл что ты рядом. Туда на подножку. Я вообще от кого-то убился. Надо держаться. Даша, вот глянь сюда. Я как... Ну чего? Сиди. Я тоже. Пальчики убирают. Что если? Ага. Мама, что буду делать? Чего, просто посидишь? Ножки на подножку ставь. Иди стать ближе рядом. И ты становись вдали. Хорошо, сейчас по очереди. Еще есть. С праздником. А что вот в этой технике ходим? Простите. Нормально. Потом вроде бы аккуратно Костя портрет. Аккуратно Костя шлем. Аккуратно. Сюда хочешь? А, Кать, флешка. Пока у меня есть деньги, пошли. Что ты хочешь? Да. Пошлите, пошлите.
Поехали, не останавливаемся. Дальше аккуратно. Не спешите.
все, они старались, но в любом случае все получат подарки. Так, ложечки, вафельки всем раздали. Так, сейчас буквально минутку перерыв и следующий конкурс. Медленная езда, правила объяснять не надо, все знают, правильно? На раз. Готовы? Два. Три. Поехали. Ногами не касаем. Ай-яй-яй. Победитель есть уже. Похоже, нет. Давайте перезаезд еще раз. Сейчас подберу секунду. Возвращаемся на старт. Еще раз на исходную и заново. Задача медленно проехать, не коснувшись ногами. Кто первый коснулся, проиграл. Раз, два, три, поехали. Не спешите, аккуратнее. Как вас зовут? Александр хочет выиграть главный приз. Считаем все вместе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Как было тяжело? Нет. Нормально? Такие скромные. Аккуратно. Аккуратно. Если чувствуешь, сразу бросай. Главное не на голову. Ну что, неплохо, второй результат. Ребят, ну что? Мэр сейчас покажет класс. Один, два, три, четыре, семь, 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 восемь, семь. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 94, 95, 96, 97, 78, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
момент. У нас есть еще один замечательный. Сейчас посмотрим, кто займет первое место. Считаем вместе. 3, 4. Подходи сюда. За первое место как раз договорился на позиции певца и полностью на мини заруба. Второе место. Первый герой. Кто убежал? Раз. Пойдет? Отлично. И третье место. Спасибо за участие. Осторожно ставим двигатель вниз. Внимание! Тот, кто сбил, тот ее и забирает. Следующий игрок, если не попадает, переходит в конец очереди. И так по порядку. Внимание, все поняли? Так, приготовились. Музыку можно включить, только не сильно громко. Приготовились, поехали! Есть! Так, победитель, забираем бутылку, уходим. Так, считаем, не считаем. Одно. Следующий. Поехали, не стесняемся. Ваша задача сбить. Помогаем, мои сотрудники, тоже друзья, помогите, колесо тоже подавайте. Поехали, поехали, активнее. Музыку погромче можно чуть-чуть. Еще, 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 давай. Все, спасибо за участие. Следующий. Следующий, следующий, друг за другом. Есть победитель! Забираем бутылочку. Все должны поучаствовать по очереди, не спешим. Еще, еще, еще. Давай, 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 давай. О, хорошо пошла. Меняем условия, бутылки переставляются ближе, мы поняли. Укладывайте максимум усилий. Да, ну давай, давай, давай. Побольше бутылочки с квасом. Сильнее, ребята, сильнее. Ставьте колесо и толкай.
месяц едут только молодые красивые девушки. Можно из зрителей подходить и вас кто-нибудь прокатит. Первая тройка. Откидываем. Да, не поймает пизда. Следующий участник. Кто еще желает покидать шарики через веревочку? Молодежь, ну где вы? Все молодые, красивые девочки! Просто давай второй заезд. Мяч не поймали, значит не считается. Да что ж такое-то, а? Сейчас каждому по очереди, не убегаем, я вас уже видел. Все, от меня уже не скроешься. Значит, каждому по очереди буду давать микрофон. Надо будет назвать максимальное количество деталей мотоцикла. А мы будем все дружно считать, не уходим никуда. Хорошо, по очереди. Так. Сцепление. Отлично, пойдет. Пойдет, блин. Фары. Отлично. Торма. Есть? Сектор. Есть. Стимулятор. Педали. Печки. Коробка передач. Колеса. Аккумулятор. Аккумулятор забыл, кстати. Аккумулятор забыл.
Форма спец. Старайтесь детали называть. Тормоз. Уже был. Ветровое стекло пойдет. Зеркала. Зеркала были, не были. Контролим. Были еще. Танки выхват! Мальчики, у которых громкие мотоциклы, или они так думают, что они громкие, подходим к своим мотоциклам. Принцип этого конкурса заключается в том, у кого громче рычит мотоцикл. Вот второе счастье! Давайте уезжаем с собой! Музыку чуть-чуть потише, если можно. А то не слышно будет, как они тут пердеть будут. Ну что, начнем. С вас, молодой человек, представьтесь. Меня зовут Иван, это Касим, флот 50. 62-го года выпуска. Самый старый среди этих ребят. Да, может взорваться, шучу, конечно. Сейчас Ваня газует, а вы потом ему аплодируете. Да, ну если заведется. Ну ладно, ладно. Техника советская, всякая была. Заведется, куда он денется. Не заведется, будете пихать на карауле. Аплодисменты. Следующий наш участник Евгений. Днепр 11, 82 года. Не столь важно. Давай, Женя.
Покажи нам, как надо. В нашем выхлопе. Так, молодой человек. Меня зовут Дмитрий, Ямаха-Ментура, 2001 год. Ямаха-Ментура, я помню. Итак. Следующий участник нашего мероприятия. Зовут Николай, Харлей Дэвидсон, 2014 года. Харлей Дэвидсон, можете посмотреть, это не легенда, это настоящий мотоцикл. Человек с нами. Представьтесь. Меня зовут Денис. Я Харлей-Дэвидсон 2019 года. Еще один Харлей-Дэвидсон. Нифига себе. Еще один молодой и интересный. Представьтесь, пожалуйста. Анатолий Ямаха стартовайнер, 6-й год, выпуск конкурса. Ямаха стартовайнер. Девушки, молодые, мальчики, женаты. Секундочку. Секундочку. Значит. Предлагаю переиграть. Ваня, не расходись. Если я потом раздам. Итак, у кого у нас первое место? Давайте за кого голосовать? Да показывай рукой и все, и поехали. Евгений, коляска 6-го года. Где? Вот. Yeah.
С вами, параушенцы!